У нас сейчас, как выступает, я коротко, ну, получается, что так как я из всех выступающих уже крайний, поэтому несколько сделаю такое обобщение, расскажу свое видение, как на мой взгляд, сегодня происходит. То, что Инета сказала, вы приходите 3 года назад, вот я могу сказать, что вам везет, вы пришли 3 года назад, а у меня через 5 месяцев будет 17 лет, как я сюда пришел. Почему я говорю, что вам везет? И все эти 17 лет, вот Надя тут тоже, она тоже почти 7, даже больше, то есть она все-таки с большим стажем в Skyway, чем я. Вот, мы все ждали вот этого. И понимаете, одно дело, когда ты ждешь 17 лет, и ты это видишь, другое дело, когда 3 месяца, и видишь то же самое. Эффект, я могу сказать, один и тот же. А вот ожидание несколько, понимаете, затягивается. Но это не в этом дело, понимаете, это работа, это как раз результат. Сейчас выкристаллизовывается то, что Юницкий как ученый, как инженер выносил десятки лет, 40 лет. Вся команда, которая на разных этапах подключалась, работала, ведь не зря же только со временем начинаешь понимать, когда Юницкий произносит именно как инженер, что сюда вложены миллионы человека часов, начинаешь понимать, что сначала были заоблачные цифры, а потом, когда начинаешь оценивать, смотреть и то, что сделано, и вот я могу сказать, просто давайте я сразу несколько, так как у нас такой завершающий, тем более надо передать определенные ощущения, которые рождаются, я сразу то, что новое получаю, ну, появилось. Ну вот я очень много могу сказать, что я от Юницкого про линейные города слышал 15 лет. 15 лет мы с ним обсуждали, вот с первого дня, как мы с ним познакомились, линейные города, транспорт, понятно. Но что такое линейный город, я понял только в прошлом году, то есть 15 лет прошло. Поэтому, когда мне говорят, вот я там кому-то рассказываю, а он на меня смотрит, не верит, я говорю, не обращайте внимания. Вот мне определенные вещи, чтобы понять, понадобилось 15 лет. А вы говорите, что вы не можете это сделать в первые 10-15 минут. Так вот, что такое линейный город? То есть, вот, казалось бы, слышал, вот очевидная вещь. Я только в прошлом году, когда с детьми сидел на берегу Черного моря в Болгарии, и вот мы там обсуждали один проект, я неожиданно понял, что, а кому нужна трасса Санкт-Петербург-Москва? Вот сегодня Санкт-Петербург... Нет, я не задаю вопрос, я отвечаю на этот вопрос. Сегодня ходят десятки рейсов, сегодня летают самолеты, сегодня ходит Сапсан 4 часа. То есть сообщение, вот если есть желание поехать из Санкт-Петербурга в Москву, оно реализовано 100%. И цены абсолютно разные, там, начиная от, я не знаю, там 500 рублей за плацкарт, начиная там, я вчера ехал, 39 рублей за отдельное купе, 39 тысяч вот, за отдельное купе. То есть в принципе любой спектр, который хочешь, и с душем, и с двумя душами, и с переговорной, то есть в принципе этот вопрос реализован. И сегодня, если бы Юницкий предлагал, что ребята, а давайте мы сделаем трассу, опять снесем тут кучу это, построим это, опять Химкинский лес, опять еще, но будем ездить не за 4 часа, а за 2. И платить будем там, не знаю, там не 2000 в Сапсане, а 1000. Вот это принципиальное решение, это стоит ради того, чтобы сегодня менять, делать и решать? Наверное, нет, потому что и так. Но когда мы говорим, что стоит задача построить линейный город, и вся недвижимость, которая в Санкт-Петербурге, в Москве подешевеет в 10 раз, а транспорт станет практически бесплатным, и мы вообще забудем, что такое пробки, вот в принципе я сказал то же самое, мы строим линейную дорогу, мы строим струнный транспорт. Но помимо этого мы решаем еще очень много задач. Так вот, основная то, что сегодня стоит задача, это выходить в линейный город. А линейный город это уже не транспортная проблема. И вот то, что мы как раз сейчас начинаем предлагать, и вот то, что, к чему мы сейчас, друзья, подошли, я специально вам сейчас несколько акцентирую внимание, потому что это очень важно понимать. Вот после демонстрации, когда 29 ноября, мы все увидели, то есть это день рождения Юнибайка, поехал он раньше, Леша мне говорит 27-го, когда первый раз некоторые катались, не будем показывать пальцем, даже изнутри снимали, вот, так сказать, вот, поэтому это было 27-го, мы все это увидели 27-го в телефон, вот, а 29-го мы видели живьем, то есть будем считать, что это, если говорить терминологией уже именно технологии, рождение технологий, то есть мы много проводили на вебинарах, это классификация технологий, которую вел еще в начале 20 века Николай Кондратьев, это технологические уклады. Потом Сергей Глазев, это
развивал, и мы как раз сейчас к этой классификации подходим. Так вот, точнее, используем эту классификацию, это шестой технологический уклад, это то, что ядром этого уклада является Skyway, это именно утверждение технологической школы Юницкого, это чем радикально мы относимся, от Академии наук российской, которая утверждает во главе с Глазевым, что сегодня ядро это нанотехнологии, биотехнологии и нанофотоника. Мы в принципе этим не согласны, потому что это все составная часть Skyway, потому что это все уйдет у нас внутри. Я тоже об этом чуть дальше скажу, что мы сегодня с вами создали. Так вот, к этой классификации у каждой технологии есть эмбрионное состояние, то есть состояние, когда оно находится, скажем так, в утробном состоянии, об этом знают только те, кто создают, и те, кто за это платят. То есть очень ограниченный круг людей. Вот фактически сейчас получилось так, что последние три года это мы с вами. Юницкий конструкторское бюро, конструкторская школа, это которые создают технологию, а мы с вами, это те, кто это финансировали, кто создали инвестпроводящую систему, и мы эту технологию фактически взращивали. И об этом знали только мы, и фактически тот круг людей, которому пытались это донести. Но это было неочевидным. Основной вопрос, который стоял у всех, есть технологии или нет. Так вот, 29 ноября этот вопрос ушел. Все, технологии есть. Да, она сейчас, вот Unibuy, дальше через две недели Unibus, потом следующее. Мы теперь каждые фактически там, 2-3 недели, месяц будем видеть что-то новое. И постоянно эти испытания нам будут показывать. Экотехнопарк начинает работать, и декларация технологий переходит в демонстрацию. Все, технология родилась. То есть с точки зрения 29 числа произошло рождение. Дальше будет все большее количество людей, которые будут об этом узнавать. Все будут делиться на две категории, которые будут сразу включаться и входить в эту технологию. А часть будут те, которые будут до конца говорить, что нет. Сразу иллюстрирую. Например, на выставке в Москве на транспортной неделе подошли два эксперта из Минтранса, которые так с такой гордостью сказали, да мы еще там 14 лет назад давали Юницкому отрицательное заключение о том, что он не знает физику шестого класса. Это вот как раз те два деятеля, которые, так сказать, ну, он, конечно, и заметил меня в лице, мне хотелось ему сразу, так сказать, ну, в общем, ответить на этот вопрос. Но там произошло интересное, что второй подошел, так сказать, тоже, а я это тот, которому 10 лет назад Юницкий звонил, и я ему послал, так сказать, как бы это сказал, что такие технологии нам не нужны. Вот они стоят перед друг другом, что мы к этой технологии имеем отношение уже 15 лет назад. Понимаете? Я говорю, вы видите, что есть? Так вот, самое интересное, они разделились на два. Один увидел, мы там поговорили с ним, и он интересно говорит, ребята, я сейчас на вас смотрю, и я поменял свою точку зрения, я вижу, что у вас работающая технология. А второй стоит и его толкает. Да ты что, видишь, какие провисы? Это же все порвется, это же все поедет. Струна не может работать, как говорит Юницкий, говорит, там рельс не так устроен, там не так натянуто. Я говорю, слушай, а ничего, что вот там, где ездит, там струны вообще нет. Я говорю, там просто натянут сам корпус, а напряжения внутри нет, это все меняется. Он говорит, все равно у вас все не поедет. Все. Я говорю, все, давай, через полгода, в среду сейчас встретимся. Вот. А второй, он говорит, слушай, ну они же показали. И вот они так вдвоем ушли между собой, так сказать. Это два эксперта Минтранса, которые там работают. Все. То есть это сейчас говорит о том, что это начинает работать. Еще сразу вам могу сказать, что вот из таких, вот подошел зам руководителя железнодорожного агентства. Это розыск жилбор России. Фотографии видели, там все. Он подошел, посмотрел, три слова там сказал, мы с ним обсудили там некоторые вопросы, там еще ребята, кто у конструктора сразу с конструкторского бюро тогда. Он говорит, ребята, говорит, вот я сейчас на вас смотрю, это говорит, то, чего нам сейчас не хватает. Вы нам, это профессионалы уже начинают говорить. Вот. И таких точек зрения там видели, там очень интересная была такая, я считаю, символическая встреча с Сергеем Ивановичем Морозовым. То есть я когда зашел на выставку, и мы с подоем идем, и первого, кого я встречаю вообще, идет навстречу Морозов. Я своим глазам не поверил. Я говорю, Сергей Иванович, вот кого бы я сказал, что я хотел и рад видеть на этой выставке, это вы. Он говорит, а что такое? Я говорю, ну, Skyway. Он говорит, ну, я-то его еще знаю до того, как он это презентовал. Он говорит, ну, мне сказали, что мы уехали в Австралию и растворились. То есть, говорит, мне как-то там передали. Я говорю, пошли. Сейчас покажем, что я когда пришел, он настолько искренне был. То есть, вот редко, когда увидишь, когда настолько искренне был доволен, и у него такое, говорит, они мне 7 лет говорят, что я
жухался и жуликов, что я технологию несуществующую, что я мечтатель. Говорит, а вот теперь я им буду говорить. И у него такое было прям вот, он говорит, обязательно приезжайте, я приеду к вам, будем заключать соглашение, будем обязательно рассматривать проекты Ульяновской области. Вот. Ну и дальше вот теперь уже, друзья, с точки зрения синергии, то есть чтобы вы понимали качество, что такое Skyway. Буквально за час до этого к нам подходит тоже научный центр, который занимается ветровой энергетикой. И они разрабатывают ветровые турбины. И они интересно нам рассказывали, показывали там свои турбины. Что интересно, я сразу говорю, сколько стоит твоя турбина? Он говорит, стоит 1600, там что-то 20 евро. Потом сам начинает говорить, половина стоимости этой турбины, это столб, на котором она стоит, и датчики охраны, потому что их снимают, ее же надо охранять. Ну и третье, это основная проблема ветровой энергетики, это куда генерируемую энергию сбрасывать. Потому что она не постоянна, она не дает постоянного напряжения, ее надо скидывать. Если в сеть, то трансформировать, и очень большие потери, она вот это вновь. И это вообще вся беда ветровой энергетики. Как только ввести проблему аккумулирования, а у нас каждая опора может являться аккумулятором, который заряжает аккумулятором, на который ездит подвижной состав, нам все равно, с каким напряжением она работает в данный момент. Мы любую энергию аккумулируем. И он когда это услышал, я говорю, давай посчитаем, сколько будет генерировать наша трасса. Мы взяли там Нижний Новгород, ну где-то до Москвы 1200 километров. Мы с ним начали считать, сколько опор, сколько можно поставить генераторов, сколько она сгенерирует электроэнергии. Так вот, друзья, вывод, который вышел, который меня поразил прямо там. Наша трасса будет генерировать энергии больше, чем надо для того, чтобы возить пассажиры и грузы. Другими словами, это электростанция. То есть это не просто транспортная система. А вы понимаете, у нас готовая вся инфраструктура, у нас на каждой опоре поставил ветровой генератор, а ветровых нагрузок у нас сегодня в средней части России, извините, больше, чем достаточно. И он еще такие слова сказал, человечество возвращается, ведь мы же несколько тысяч лет передвигались только за счет энергии ветра. Ветра огромная энергия, только потом мы себя, цивилизация извратила, когда стали потреблять то углеводородное сырье и двигатели внутреннего сгорания. Пароходы появились, паровод, потом двигатели внутреннего сгорания. До этого человечество тысячи лет перемещалось с помощью ветра. И вполне развивалось, энергии достаточно. Так вот сейчас, он говорит, мы интересно, мы возвращаемся опять к тому, что мы за счет энергии солнца и энергии ветра будем вырабатывать энергии больше, причем мы с ними посчитали в два раза. На следующий день приехал Юницкий. Но с его мозгами, как он считает, я калькулятор не успеваю кнопки нажимать, как он считает. Так вот, мы с ним пересчитали все это самое. Так вот, и он эту цифру подтвердил потом, когда мы делали репортаж, пока Медведева ждали. Он это подтвердил. Так вот, 20% только будет трасса забирать на перемещение груза, а 80% это генерация энергии, которая пойдет вовне. Вот что такое транспорт. Вы когда-нибудь раньше об этом слышали? Мы, помните, когда мы год назад заявили о том, что наша трасса может быть независимый по углеводородному сырью. То есть если бы мы об этом сказали 5 лет назад, это нас бы объявили сразу не шарлатанами и не жуликами-мошенниками. Нас бы обвинили врагами народа, врагами России. Прошло 5 лет, мы уже спокойно можем говорить, что наша трасса не то, что не будет потреблять энергию. Сейчас мы начинаем произносить вообще крамольные вещи. Вот они там сидят, считают трубу в Турцию. Еще, так сказать, мы говорим, ребята, а нам для того, чтобы возить миллионы тонн и миллиарды пассажиров, нам вообще энергии не нужна, ваша энергия. Мы будем сами генерить. Так вот, друзья, это принципиально новый сегодня подход, который вообще подходит к цивилизации, что мы не то, что не будем сжигать углеводородное сырье, мы сами еще будем вырабатывать экологически чистую энергию, которая будет идти на потребление. И вот это принципиальная вещь, которую мы не могли... То есть Юницким мы это обсуждали давно. Он мне говорил еще с самого начала, что трасса к Санкт-Петербургу, ну, там, Санкт-Петербург, Москва, Владивосток, этот парус через 10 тысяч километров, он уже даст это 15 лет назад энергии больше, чем будет потреблять. На сегодняшний момент мы пришли к тому, что он даст энергии в 5 раз больше, чем надо для перемещения. Вот это, друзья, настолько ключевой момент, осознание которого, еще не, когда железнодорожники приходят, я им говорю, вы можете себе представить, что мы будем возить весь уголь с Кузбасса, при этом не сжигать ни одной тонны угля и при этом еще вырабатывать электроэнергию. Нет, я говорю, ну конечно, как себе представить, что если запустить паровоз и задать вопрос, вот когда паровоз едет, сколько электроэнергии он при этом будет давать
в поселке, мимо которых он будет проезжать. Мне понравилось железнодорожник. Ну, говорит, ну вообще ты прав. Это все равно, что в 90-м году задать вопрос, а как будет фотографировать ваш телефон? Помните дисковый телефон? Вот задать вопрос, а с каким качеством он фотографирует? Как фотографирует? Он должен еще фотографировать? То есть, а сейчас мы даже вопросов не знаем. Так вот, если перекидываться, то есть следующему вопросу, который тоже очень важный, который показали вот эти две недели. Была секция, научная секция, которую вел Андрей Шаронов, он как руководитель центра Сколково. На этой секции был министр транспорта Соколов, был руководитель РЖД Олег Белозеров, была Лия, это зам руководителя Сумы, это так как наша компания российская, которая инвестировала 80 миллионов долларов в Hyperloop. Так, и был еще руководитель агентства безопасности автомобильного транспорта европейского, то есть он еврокомиссар. Вот, француз, Жак его зовут, и ну, договорились потом встретиться, он сказал очень интересную мысль такую. Он говорит, друзья, вы все закончены сейчас, вот обсуждаете вопрос Hyperloop, быстро перевозить, там, я не знаю, там, со скоростью 1000-2000 километров грузы и так далее. Он говорит, сегодня основная проблема вообще перед транспортом, это транспортная мобильность. И сейчас такое есть понятие, даже сначала там, ну, может быть, слышали, мобильность 2.0, 3.0, сейчас обсуждается мобильность 4.0. Я просто поясню, что такое, кто не слышал. 3.0 это обычные наши машины, то есть это то, к чему мы сейчас пришли. То есть это переход от пешеходного транспорта через лошади к тому, что мы есть. Это вот мобильность 3.0. Сегодня обсуждается специалистами 4.0. Это почему введена именно 4.0? Это чтобы коррелировалось с интернетом, то есть там версии, которые идут для операционных систем. Так вот, сегодня весь научный мир занят тем, как сегодня в машину запихать интернет, как запихать мозги, сделать компьютер, чтобы перемещение сделать безопасным. Соответственно, идет это же как одно из направлений, это беспилотники, то есть как сегодня еще сделать беспилотным движением. И здесь все эксперты понимают, что это тупиковая вещь. То есть как бы мы ни ставили, как бы мы сегодня мозгами не заряжали машину, все равно едет рядом сосед, который, если не вы в него въехали, то он или с похмелья, или задумался, или там еще неважно, он в вас въезжает. Есть более сложные вещи, которые все эксперты сразу ставят. А если выбегает ребенок на дорогу, как реагирует машина, какие она отдает приоритеты? И ответов здесь нет. Все доходят до того, все понимают, что надо сделать движение 4.0, то есть безопасность. Но куда дальше двигаться, не знаю. Юницкий на это четко отдает ответ, что, друзья, на первом уровне безопасность 4.0 сделать нельзя. Для этого надо разнести машину и человека. То есть как только мы уйдем на второй уровень, а это вообще весь концепт Skyway, мы сразу в автомате делаем 4.0. Потому что у нас там автоматическое управление, там не с кем пересекаться. Там самое главное, что, опять же, это все не до конца понимают, потому что я тоже всегда смеюсь, когда начинаешь с кем-то говорить, есть две стадии непонимания. Первое, что этого не может быть, а потом, когда поверили, говорят, хорошо, но это все ерунда, скоро все придумают, все будут летать, ваши дороги опять не нужны. То есть, получается, человека понесло дальше, он говорит, антигравитация, тарелки, все, и ваши, кому нужны ваши струны, мы все будем летать. Я говорю, нет, друзья, мы летать будем, но низенько, по струнам. Потому что струны – это и есть система автоматики, это и есть система управления. Потому что представьте, если сейчас миллиард пассажиров повиснет в воздухе. Миллиард. Вы представляете, какая нужна система автоматики безопасности, чтобы вот этот миллиард юнибайков, вот которые будут летать, чтобы они между собой не сталкивались. Насколько сложная система. И насколько просто это сделать по струне. Вы струну сделали, все, вы с этой струны ни влево, ни вправо не едете. Это и есть управление. Если говорить языком управления, это детерминированность движения. То есть вы никуда с нее не денетесь, а вся автоматика управления – это вперед-назад и знать расстояние до впереди идущего модуля. Это очень простая система. Таким образом, струна решает столько вопросов, которые сегодня осознать нельзя. Но самое главное, мы в автомате решаем движение 4.0, мы делаем систему безопасности. Но самое главное, друзья, это опять вот то, что ну, многие из вас уже слышали, кто-то слышит впервые, мы можем уже декларировать, и опять же, у нас отработанная формула, я это слышал от Анатолия Эдуардовича 16 лет назад, мы переходим к концепции мгновенного перемещения. Никто сегодня об этом даже заикаться не может. А мы, друзья, это уже с вами рассматриваем. Что такое мгновенное перемещение? Нам сразу задают вопрос, это что, телепортация?
Нет, друзья, к телепортации не имеет никакого отношения. И вот как раз Жак на этой, он когда делал свой доклад и сказал, что, ребята, все ваши хайперлупы, все ваши железки, это все полная ерунда. Надо сегодня решить проблему пробок и экологии для населения. Сегодня 2/3 населения Земли бесполезно тратят свою жизнь, находясь в пробках. Но самое главное, мы не просто тратим эту жизнь в пробках, мы еще сидим и дышим теми миллионами тонн отработанных нефтепродуктов, которые выкидываем в природу. Вот мы после выставки с Алексеем Суходоевым от центра Москвы до того места, где я живу, в Москве, 34 километра, по навигатору мы включили, 34 километра. Мы ехали 2,5, точнее, мы назначили вебинар через 2,5 часа, и мы опоздали. 34 километра, 2,5 часа. Можно посчитать среднюю скорость. При этом мы ехали вдвоем плюс водитель, мы стояли в пробке примерно так же, как еще 10 тысяч автомобилей, которые стояли. Мы начали с Лешей считать, сколько за это время сожгли нефтепродуктов. Вот пока все это стояло. Друзья, альтернатива. Вот такой вот юнибайк. И мы бы за 30 минут, спокойно крутя педали, со скоростью 60 км в час, приехали бы ко мне в деревню, при этом не сожгли бы ни одного литра, вообще ни одного грамма бензина. При этом бы еще позанимались спортом, при этом бы подышали чистым кислородом и при этом сделали дорогу. То есть задача выполнена, мы из центра Москвы приехали, время потратили меньше, при этом еще не сожгли. Вот решение всех задач. Таким образом, мы подошли к решению 5.0 сегодня, мгновенное перемещение, когда мы начинаем несколько функций выполнять одновременно. Вот что такое мгновенное перемещение. И Жак интересно привел такой пример. Вот сегодня смартфоном мы пользуемся, это статистика уже, для того, чтобы позвонить, меньше 5% его возможностей. Все остальное смартфоном мы пользуемся для других целей. То есть мы в интернете, мы там фотографии, мы видео, мы там, так сказать, это, то есть я уже не говорю вопрос, что а какое видео снимал наш телефон, вот это, представляете? Вот. А если бы еще сказать, чтобы он, представляете, поставить этот телефон дисковой на торпеду автомобиля, чтобы он еще пробки показывал, еще и маршрут женским голосом рассказывал, как ехать. Понимаете? То есть в 90-м году это нереальные задачи. А сегодня это наш один смартфон, который выполняет все эти задачи. Так вот, то же самое мы сейчас подошли к тому, что мы предлагаем абсолютно новый концепт. Наш юнибайк, вот, который первый показали, понимаете, насколько я его люблю, даже вы не представляете, насколько. Так вот, друзья, тот концепт, который мы сейчас с вами дали, это платформа такая же, как смартфон. Он в себя втянет всю науку, всю абсолютно, которая возникнет за ближайшие 30 лет. Вот все, что ученые сейчас придумают, абсолютно в любой отрасли, в медицине, в образовании, в юриспруденции, в новых материалах, я даже не боюсь сказать еще в чем. Этот Unibike все отбирает. Вы видели ролики, которые мы очень интересно сняли, то есть когда ввели концепцию скайфитнеса, когда можно заниматься спортом, мы показали, что не только крутить педали, но и можно поставить электрогенераторы, и можно там вырабатывать на любую группу мышц. У нас даже консультант есть у генерального конструктора, это Адриан, это вице-чемпион прошлого года по бодибилдингу, который сейчас специально разрабатывает упражнения, комплексы для того, как можно заниматься спортом и складывать не вот сюда свою лишнюю энергию, так сказать, а вырабатывать ее в аккумуляторы и за счет этого движения еще ехать. Причем неважно, где вы занимаетесь, дома занимаетесь, заряжаете аккумулятор, едете занимаетесь. То есть мы перешли к концепции мгновенного перемещения. А с учетом того, что туда ставится мощные компьютеры, оптиковолокно, которое объединяет это в общую сеть, это становится новое качественное уровень и движения, и вообще жизни, которое мы сегодня вводим. Ну а когда мы были с Русланом, это у нас из Чечни был зам руководителя комитета по туризму, вот, он приехал, то есть его Саша Мосин давно уже, мы к ним туда ездили, в Чечню, общались, там ездили даже этот высокогорный курорт их там, как он называется? Как он называется. Вот. И там Кадыров поставил задачу, у них два ущелья тоже, чтобы сделать в них туристическую инфраструктуру. Вот они сидят, все думают там. Я ему говорю, смотри, вот видишь юнибайк? Это вот два человека все, вот это струна. То есть вот эту струну построить, я говорю, ты представляешь, вот просто тебе в это ущелье построить вот такую струну. Ну, то есть ставишь столбы через каждые там 40-50 метров.
натягиваешь струны, она туда поехала. Более того, если надо пройти ущелье 200, 300, 500, 800 метров, ты проходишь это. Еще проще строить, потому что промежуточных опор надо. Все. Ты приехал туда, в это ущелье, на этом юнибайке. А у нас же есть... Причем этот юнибайк, вот, когда в него все поставить, и тренажер, и экосистему, и аудиосистему стерео, и видеосистему стерео, чтобы там еще было видеоизображение стерео. Там будет генератор кислорода, там будет ионизатор воздуха, плюс ионы, которые вам нужны, то есть с точки зрения медицины. Это все в этом же пространстве. И вот, более того, то есть это уже под юнибайк не подходит, это, ну, точнее, юнибайк становится более расширенным понятием. Мы ввели такое понятие Unite Mobile Personal Space, то есть объединенное мобильное персональное пространство. Так вот, вы, занимаясь спортом, для этого приехали в ущелье где-нибудь за 200 километров от Чечни, где нетронутая природа, скалы, так сказать, но для того, чтобы был комфорт, а следом за вами приехал юнибус. А это уже тот, который мы показывали, на 14 человек. Представляете, что в этом юнибусе может быть? Я уж не говорю, что большая кровать, я уж не говорю про джакузи. Мы уже дальше начали говорить, что там вполне может быть русская баня. Вот, там может быть еще что-нибудь. Таким образом, вы туда приехали, там приехала вот этот юнибус. И таким образом, гостиница там не нужна. Вы приехали, вы находитесь в нетронутой природе. Единственное, что вам надо, чтобы туда сама струна пришла. Значит, с ней пришла энергетика, с ней пришло оптиковолокно, с ней пришла вся цивилизация. Таким образом, он говорит, так слушай, мы же можем по всем этим ущельям натянуть вот этих вот струн и не строить никаких гостиниц. Я говорю, конечно, туда может приехать повар с гостиницы со своим ужином или наоборот там что-то готовить. Другими словами, где струна есть, там у вас сразу и гостиница, там у вас сразу, ну, в общем, все, что дальше вы можете придумать, это только начинает работать фантазия. Я думаю, что через некоторое время мы придумаем столько, что сейчас мы даже не можем это предположить. То есть, таким образом, вот эта инфраструктура, которая туристическая. И она вся, сказать, что это все нереально, друзья, вот, куда нереально, вот, вот струна, вот, вот юнибайк, на заводе мы показали, через две недели встанет юнибус. Вот оно, все готовое. Причем, если я вам рассказываю, предположить, что стоит в юнибайке, я вам уже рассказал, то представляете, 6 квадратных метров у вас юнибус. Но это только фантазия может показать, что туда можно поставить. Я говорю, моя вся фантазия ограничивается только баней и джакузи. Ну, в принципе, пока, наверное, этого хватит. Так вот, друзья, это сегодня тот новый концепт, который сегодня обсуждать нельзя. Представляете, вот мы сейчас встаем совсем, допустим, она говорит, вы конкуренты автомобильному рынку. Я говорю, ну как смартфон может быть конкурент дисковому телефону? То есть, представляете, вот мы будем там через некоторое время выступать на всех автомобильных салонах. То есть, представляете, там Mercedes, там Lexus, там Renault, там они сейчас показывают эти концепты вот этих электрокаров и чего-то. И самое главное, они-то могут выделиться между собой только оригинальностью дизайна и материалами. И вот они все друг перед другом все. А мы будем показывать, у нас Адриан будет там спортом заниматься, понимаете? Вот представьте, у вас там Mercedes, а мы спортом занимаемся. Вот потом они будут показывать у себя там оригинальные там панели, материалы и так далее, и так далее. А у нас там будет суперкомпьютер, который вы будете ехать и при этом заниматься обучением, вы при этом будете заниматься получением новой информации, вы будете общаться. Это будет сразу лечение, это все будет совмещаться. Таким образом, тот концепт, который сегодня подходит, он абсолютно нового уровня. И сегодня мы подошли к тому, что мы это демонстрируем. И уже кончились те разговоры, когда мы говорим, но очень важно понимать, и это всегда, и Анатолий Дарович говорит, и мы уже, наверное, помните, не раз и не два произносили, венчурность проекта на этом не заканчивается. Мы сегодня убрали одну составляющую, очень важную, когда говорят, есть технологии или нет. Мы говорим, технологии есть. Но я могу сказать, я там про одного банкира там рассказывал, который должен был приехать даже в этот раз, в очередной раз опять не приехал. У него теперь другая отговорка. Он говорит, хорошо, технологию вы показали. Но где гарантия, что у вас теперь не придут и это все не отберут? То есть теперь, типа, вот эти, вы сильно долго рассказывали, убеждали сильных мира сего, что это очень важно. Теперь вы убедили, они придут и все. И все акционеры все равно ничего не покажут. Ну, не получат. Это второй аргумент. И, кстати, мы столкнулись с очень крупными инвесторами и в Германии с этим, что они говорят, мы не верим, что вас пустят крупные корпорации, крупные эти на рынке. Вот. И я всегда задаю вопрос, ну, опять же, там задаю вопрос. А конкретно где не пустят? Вот
мы сегодня ведем переговоры в десятках стран мира. В Боливии, в Монголии, в Гвинее, куда там, Виктор, в Танзании. И сейчас мы будем перечислять, то есть очередь Филиппин, когда, то есть вот тоже Филиппины, уникальный случай, сами пришли на выставку в Берлине. Причем абсолютно походили, уже стали уходить. И тут, я не помню, то ли Леша, то ли Витя говорит, слушайте, а вы кто такие, что хотели? Он говорит, да так, смотрим. Вот, посмотрели, потом дальше с ними час проговорили, они убежали. Приходят, приводят своего босса большого. Вот, поговорили, что этот босс оказался там потом вице-премьер, по-моему, да, правительство. Ну, в общем, такой. И он говорит, я приеду, пришли специалисты, вот они приехали, изучали. Говорит, если то, что вы говорите, правда, мы меняем всю транспортную концепцию Филиппин. Ну, вы видели, с какими глазами они уехали, поэтому я точно могу сказать, что они концепцию будут менять. Потому что он говорит, зачем нам рассматривать эти безумные сегодня эстакады, транспорт, когда это все в сотни раз эффективнее, и мы видим перспективу. То есть вот это подход. И я как раз говорю, ребят, а кто конкретно не пустите, вы куда? Филиппины? То есть я другими словами, что кто-то придет к правительству Филиппины и говорит, вот у вас Skyway предлагает дорогу за 3 миллиона за километр. Мы вам не дадим ее строить, вы будете строить Siemens за 100 миллионов за километр. И как вы думаете, что им эти филиппинцы ответят? Я думаю, что им все равно, что Siemens при этом будет говорить. Другое дело, конечно, есть геополитика, может быть давление, может быть еще, так сказать, это. Но мы сейчас работаем с правительством Вьетнама, которому нужна дешевая, классная трасса, которая не убивает их сельское хозяйство. Потому что когда они посчитали то, что им предложил РЖД вместе с Siemens, это экологическая катастрофа. То есть это полностью убийство всех его производства риса. А когда строится Skyway, там не то, что не убийство, это еще урожайность повышается. Потому что ряд функций там, ну это отдельная тема, мы все же сейчас не можем говорить, это связано с гумусом, с производством и так далее. То есть то, что сегодня запускает Skyway, это новый, вот как раз мы много говорили, шестой технологический уклад, новое направление, все так сейчас, можно говорить, что это началось. И этот процесс идет. И то, к чему мы сейчас подошли, друзья, это принципиально отличается. И вот мне говорят, с чего начинать презентацию? Естественно, что надо начинать с демонстрации роликов, которые сегодня есть. Дальше вы показываете историю, дальше вы показываете то, что есть впереди, и мы к этому подошли. И на сегодняшний момент, вот чтобы сейчас, уже подведя черту, можно сказать, что мы с вами уже продемонстрировали. Вот этой легкой трассы, которая сегодня была, которую показали Unibike, Unibus, который есть, это 300 тысяч пассажиров в сутки. Это больше, чем московское метро. Но чтобы понятно, московское метро сегодня стоит 300 миллионов долларов за километр, а это будет стоить меньше 3 миллионов за километр. То есть в 100 раз дешевле. Соответственно, и цена, и эксплуатация там, и так далее, и так далее. Вот мы, когда были на стенде «Транспорт России», мы показывали транспорт, это я как раз Соколову говорил, министру. У него, кстати, глаза вот такие вот после этого были. А за стенкой показывали Керченский переход, который стоит, мне даже страшно сказать, каких денег он там стоит. Так вот, у них 13 миллионов пассажиров и 14 миллионов тонн. Это меньше нашей вот этой маленькой трассы, потому что у нас 14 миллионов пассажиров и 20 миллионов тонн. Но вы можете предположить, представить, вот этот рельс, нашу систему, вот эту, и Керченский переход. Его просто страшно представить, вот не говоря уже о том, сколько он стоит. А там две полосы туда, две полосы обратно и железнодорожная ветка. Так вот, а по производительности это меньше, чем наша дорога. Это уже то, что мы показываем. И второе, кто сегодня может утверждать, что наша технология полностью убирает всю проблему пробок во всех городах мира? Хорошее утверждение? То есть сегодня никто это, ни автомобилисты, ни железнодорожники, ни метро, они не могут даже представить этой задачи. А мы говорим, что мы в принципе, и третий вопрос, который мы утверждаем, что мы убираем все фуры с дорог Европы и Америки. Потому что вдоль дорог построили вот такую трассу, и это полная замена всех фур, вот этого. И когда они это начинают слышать, а с учетом, что основная же проблема таких трасс – это переходы. 200, 300, 400, 800, полтора. Когда вице-президент Siemens у Бабурина спросил, а сколько вы можете максимум сделать? Он говорит, ну сейчас можно Юницкому позвоню, набирает. Анатолий Эдуардович, сколько будет? Он говорит, ну в принципе до 5 километров. У Siemens, у него глаза просто, так сказать, он говорит, все, приглашайте, я хочу это увидеть. Ну и, друзья, чтобы вообще уже им до конца было не скучно, когда мы все это произносим, мы говорим, убираем пробки, убираем фуры, мы убираем смертность дорог, сводим в ноль. Мы при этом говорим, мы не потребляем вообще нефти, и чтобы совсем не скучно было, мы еще электроэнергию вам будем вырабатывать.
Ну, осталось, знаете, женщина любит спрашивать, а с детьми будет нянчик? Я думаю, что со временем будет и с детьми. Так вот, друзья, это для сравнения. Так вот, чтобы теперь еще будет очень много аргументов, которые нам говорят, а чем вы отличаетесь от монорельсов? Мне вот этот вопрос, когда, так сказать, ну как вам сказать? Я даже теряюсь вот сказать, с чем, ну, сейчас уже начинаю сравнение, как принято. Раньше мне этот вопрос, чем вы отличаетесь от монорельса? Знаете, так сказать, ну, наверное, ничем. Вот. Ну, я говорю, ну, примерно так же, как вот телефон дисковый и вот последний iPhone. Вот они между собой как отличаются, вот так же, наверное, и мы. А так, в принципе, наверное, ничем. И тот для связи, и мы для связи. Так вот, и вот то, к чему мы сейчас подойдем. Так вот, друзья, чтобы вы понимали, это только начало. Вот то, что мы сейчас делаем. И многие вещи, которые мы сейчас говорим, их раньше было бесполезно говорить. Потому что кто-то не понимал, кто-то не хотел понимать. Кому-то это было казалось какой-то сказкой. А сейчас вот мы подошли, и мы с вами, друзья, опять же, я люблю это проводить аналогию, если в 90-м году я достал смартфон, вы все сидите, у вас у каждого дома дисковый телефон, а я начинаю, не у каждого причем. А, это, кстати, тоже, этот вопрос тоже, когда интересно, вот я сижу, мы были на совещаниях, вот это выставки все, и вот они сидят, у них транспортная стратегия до 2030 года. И они решают вопросы, как им протянуть ветку туда, как им построить железную дорогу в Сибири, как им сделать какую-то транспортную доступность северных территорий. Я вот сижу на них и думаю, вот либо я дурак, либо вот они дураки. Вот то, что они обсуждают, я говорю, это опять же, любимый 90-й год. Да? Мы сидим с вами в 90-м году, они обсуждают, как нам каждому жителю Санкт-Петербурга провести проводной телефон. А вот здесь за стенкой сидят ребята, там Джобс, Сергей Брин, то есть это Google, да, там Microsoft, все, они уже за стенкой сидят и делают свои телефоны, смартфоны, пишут Microsoft, создают Google, и им все равно, будут протягивать эти провода или не будут. Они четко знают, ребята, через 5 лет ваши провода никому не нужны. Вот точно так же сейчас, они занимаются вот какой-то абсолютной ерундой, я на них говорю, ребята, а может вы все-таки посмотрите? Они говорят, да нет. Поэтому в этом плане, друзья, сейчас очень такая хорошая вещь и хорошее время, что мы вышли, вот очень много задают вопросов, это не в обиду будет для России сказано, вот если бы мы все сидели и зависели только от того, как Соколов, там, Дворкович, там, вот все вот они, кто были, принимали решение, бывший министр транспорта, Левитин. Да, так сказать, был тоже у нас на стенде, так сказать, долго-долго причесывался, а потом, так сказать, все-таки спросил, что? Так вот, друзья, если бы мы зависели только от них, то, наверное, я бы сейчас испытывал определенный пессимизм. А так как вот сегодня Женя Кудряшов говорит, у нас уже более 108 стран акционеров, мы сегодня в десятках стран рассматриваем проекты, и нам с вами, как акционерам, нам с вами, как участникам проекта, все равно, где будут эти проекты. В Америке, в Европе, в Израиле, в Нижнем Новгороде или в Санкт-Петербурге, мы с вами от этого будем получать дивиденды. И вот это, друзья, настолько радует и настолько четко сейчас выводит этот проект на другой уровень. И самое главное, когда нас начинают, это я отвечаю тем, говорят, что придут и отберут у вас проект, я сразу задаю вопрос. У нас управляющий директор в Австралии, бывший министр транспорта, очень серьезный человек, лоббист и так далее, и так далее, и так далее. Это у него будут в Австралии что-то отбирать? Ну, во-первых, он может себя постоять, а во-вторых, компания, которая там людей помогает этот проект продвигать, тоже очень серьезная. В Канаде у нас создана управляющая компания, где Надя тоже там, наблюдательный, где там совет или еще там. Там тоже, ну, правда, пока разговоры идут, но тот человек, который создает, и с той стороны директор, это тоже очень серьезный человек, миллиардер, там личный друг премьера, там еще. Я тоже говорю, у него будут отбирать? Я уж про Израиль не говорю, да вообще страшно сказать, какие люди там с той стороны. Это у них будут отбирать. Так вот весь вопрос, пускай у них-то и отбирают. То есть в этом плане, что по мере того, как развивается проект и определяется очень много людей, которым это не нравится, то есть которые оппоненты, люди, которым нужен этот проект, и те, кто его двигает, тоже становятся все более и более серьезные. А так как другого пути сегодня, друзья, вот я вам честно могу сказать, что после выставки, когда 2,5 часа мы ехали в 34 километра, а на следующий день, когда должен был приехать Медведев, там нас напугали все, что до 9, потом все закроют, собаки, то есть надо приехать. Вот. И мы с Алексеем за 2,5 часа утром в 6:30, чтобы в 9 приехать, выехали с моей деревни и все равно опоздали к 9 часам. То есть, понимаете, то есть начинаешь понимать уже, что это выходит за логику здравого смысла.
А так как там, где я живу, там под Москвой, сейчас снег выпал, это вообще экологическая, даже технологическая катастрофа. Все, фура одна сломалась на бетонке, вся, да, все стоит, там десятки, сотни, тысяч людей не могут проехать, все. Жизнь закончилась, потому что снег пошел в России неожиданно. Понимаете? Все, оказывается, снег пошел, катастрофа. И если вы думаете, что люди будут до конца с этим мириться, то я это не могу поверить. Тем более, когда нет альтернативы, да, куда денешься, будешь стоять в этом автомобиле или летать на этом самолете бесконечно. Но, друзья, когда будут определенные люди, такие как вы, и будете рассказывать, ребят, а может лучше юнибайк, может лучше педали крутить и за полчаса 30 километров, и что вам сидеть в этих пробках? Ну, хотите, сидите, будем строить во Вьетнаме, пускай они крутят, будем ездить. Так вот, через некоторое время это понимание все будет приходить, и приходите здесь как раз это то, что действие, оно меняет все. И теперь вот то, что мы с Виктором говорили, я задал вопрос. Друзья, мир меняется очень радикально сейчас. И когда там говорят IPO или еще что-нибудь, тоже мои вот эти слова моей бабушки очень много приводят, что дай бог нам дожить до этих проблем. Дело в том, что сейчас настолько идут большие изменения, изменения идут в банковской сфере. Потому что интернет внес такие изменения, что сейчас не может банковская сфера быть такая, как 100 лет назад. Ну, понимаете, не может быть. Потому что не было раньше интернета, не было таких средств связи, не было таких коммуникаций, а сейчас есть. Поэтому сказать, что биржи, какие были 100 лет назад, такие будут сейчас, это глупость. Они меняются радикально. Они все сидят сейчас и с паникой понимают, что входит технология блокчейн. Ну там, если кто не понимает, что такое блокчейн. Это генерится определенный код и записывается информация. И ее изменить нельзя. Вот ее один раз сгенерили, и дальше она будет повторяться таким образом. Ее нельзя не украсть, ее нельзя изменить. Если там записано, что вы купили эту акцию, то это будет всегда известно, что вы купили акцию. Более того, этот блокчейн, где бы он ни находился, это как ДНК. Из любого компьютера можно понимать о всей системе информацию. Мы сейчас готовим систему, чтобы весь реестр наших акционеров шел параллельно, не заменял, а просто параллельно шел по системе блокчейна. Это наша дополнительная защита, исходя из новых технологий. А чтобы вы понимали, что такое блокчейн, что такое криптовалюта, что такое биржа. Это когда мы будем продавать свои адресные проекты, мы будем их выставлять на специализированную площадку, называемую Московская биржа, Нью-Йоркская биржа, Франкфуртская биржа, а мы будем выставлять в интернет. Я говорю, ребята, вот из миллиарда пользователей, кто хочет купить, покупайте. И у нас нет посредника. Эта система сейчас не отработана, но она набирает обороты все больше и больше. И что-то мне подсказывает, что система торговли в ближайшие 2-3 года изменится радикально. И мы к этому как раз, вот что я говорил, мне очень нравится. Мы сегодня нашей командой, мы к этому готовы. Как только возникнут электронные биржи, электронные торги, друзья, мы сразу к ним. Поэтому мы это готовим, мы это делаем. Я думаю, что с Виктором отработаем. И создание своего инвестиционного фонда. Вот я всегда задаю вопрос. Друзья, вот наши пакеты инвестиционные, которые мы сформировали, через некоторое время будут стоить по номиналу. То есть, ну, наступило это счастливое время, и у вас по номиналу. И дальше выходит Виктор Бабурин и говорит, мы запускаем адресный проект, для этого у нас инвестиционный фонд, не хотите ли вы свои деньги инвестировать к нам в фонд? Вот просто задаю вопрос. И рядом будет стоять, ну, не знаю, ну, Эйфель, допустим, фонд, или там Хендерс, ну, неважно, какой-нибудь американский, известный на весь мир, и тоже говорит, ребята, вы заработали деньги, отдайте нам. Вот вы кому будете отдавать свои акции и свои деньги? Фонду или Бабурину, с которым вы, собственно, изначально заработали эти деньги. Вот. Ну, а рядом будет Виктор Тарасов. Говорит, ребята, мы знаем, как эти деньги инвестировать в адресные проекты для того, чтобы вы с нами один раз заработали и еще раз заработали. Вот что-то мне подсказывает, что мы создаем инвестиционный фонд, который будет намного мощнее, чем те, которые сегодня существуют. И это тоже естественный процесс. Поэтому это время, которое сейчас идет, это время, которое...